Может ли робот собрать конструктор? Зачем в Америке начали выпускать мега-кровати? И почему любовь к кумиру опасна для здоровья? Обо всем этом в нашем обзоре. Археологи нашли место высадки войска Юлия Цезаря в Британии. В ходе раскопок на берегу залива Пегуэлл в графстве Кент обнаружили оборонительный ров и оружие. Это первое свидетельство римского вторжения на Туманный Альбион в 50-х годах до нашей эры. Тогда войска Цезаря отступили. Длительный процесс завоевания Британии начался через 100 лет при римском императоре Клавдии. В Японии продемонстрировали робота, который в точности может копировать движение человека и даже собирать конструктор. Это уже третий усовершенствованный прототип робота, похожего на человека. По словам изобретателей, он может пригодиться пожилым людям, поскольку способен выполнять работу по дому и даже ходить за покупками. Нужно всего лишь с помощью движений дать ему команду. Илон Маск планирует построить в Чикаго систему гигантских вакуумных трубок. Hyperloop, его компания, присоединилась к конкурсу на строительство высокоскоростной пассажирской линии, которая свяжет центр Чикаго с местным аэропортом. В отличие от обычных пассажирских капсул, которые передвигаются в трубках в вакууме, в этот раз для движения Маск хочет использовать электричество. Победителя конкурса власти Чикаго назовут в конце января. В Соединенных Штатах начали выпускать кровати ультраогромных размеров, минимум 3,5 метра в ширину. По мнению разработчиков, гигантскую новинку в первую очередь оценят родители, которые предпочитают, чтобы их малолетние дети спали вместе с ними. На такой кровати Гулливера одновременно с комфортом могут поместиться двое взрослых с тремя детьми. Правда, придется изрядно раскошелиться. Один только матрас обойдется в 2500 долларов. В Иране 19-летняя девушка сделала 50 операций, чтобы стать похожей на своего кумира Анджелину Джоли. Фото и видео разместила в Инстаграме, на нее подписались более 300 тысяч человек. Вот только комментарии под фото с обновленной внешностью не самые лицеприятные. Девушку чаще сравнивают не с расхитительницей гробниц, а зомби и советуют забыть дорогу к пластическим хирургам.